Алиса, включи что-нибудь бодрое. О, я напишу Марику, чтоб я сдох и умер, чтоб меня гнобили, чё нахуй. Бля, токсик. Алиса, можно мне в отпуск? Какой долбоёб, сука. Алиса, включи нам ужастик. Его нахуй в детдом, я сейчас, блядь, его найду нахуй, в ВК маме его напишу нахуй, скажу, блядь, отдайте его нахуй в детдом, блядь. Алиса, зачем мы смотрим ужастик? Мы снимаем ролик на тему обновления. Алиса, включи плейлист «Встреча гостей». Все, иди нахуй. Все, нет меня. Я ушел за хлебом на 15 лет. До свидания. Перед вами очень ценный экспонат. Бабайка. Жизнь этого млекопитающего сложна. Суровые условия. Подождите. Да что вы себе позволяете? Капец, он страшный. Алиса, привет! Как ты в детдоме еще не оказался, нахуй? Как дела? Так, мне прилетел донат, и у меня трусы улетели. Алиса, сколько весит слон? 111 рублей, спасибо. Сколько будет 11 плюс 350? Где-то 240. Алиса, расскажи анекдот. Шейд, госсекс. Я б, конечно, блядь, согласился, но, пожалуй, откажусь. Я только с Ильей нахуй. Алиса, давай поиграем в угадай животное. Какой-то желтый пиздюк. Петух! Алиса, а кто у меня из кухни котлеты стащил? Шейд шоу, блядь, до пизды вообще прям.